Ютербок 2. 5 августа 2020 года. Перекресток. Прямо и направо комплекс зданий Дома офицеров. Здесь слева жилая зона. Два пятиэтажных дома, там два четырехэтажных. Вот улица. Это угол этого перекрестка. С левой стороны было подразделение подразделение войск химической защиты. Мы намереваемся проехать на велосипеде в сторону Нойхайм через лес. Уже и поехали. Время 11 часов. Погода хорошая. А прямо написано автокино. Это на территории Примбата. Жилая зона, как я говорил. Справа чуть в глубине. Вон там проспект. Там было здание кинообменного пункта. Ну а справа начинаются здания комплекса Дом офицеров. Территория частная собственность. О чем извещают таблички. Заборы поставили. Посещение никак тут не позволительны. Будут реконструированы эти все здания. Отремонтированы, переоборудованы. Будет жилье, офисы, какие-то организации, фирмы размещаться. Вот это здание. Комплекс зданий Дома офицеров. А это Рембат. Размещался здесь вот здание одно. Тоже все это хозяин один. Там собачка. Мы дальше едем. Мы намереваемся проехать Нойхайм. Вот здесь на территории как раз проводится сейчас автокино. На машинах можно заезжать, смотреть на большом экране фильмы. Почему мы сюда поехали сегодня? Оказывается, многие участники групп, кто здесь проходил воинскую службу, именно вот сюда и передвигались, и кроссы, и просто бегали, ходили, посещали эту территорию, Нойхайм в частности, или же на полигон сюда же. Вот здесь были ворота. Ух ты, как я, тормоза смертельные. Ворота были здесь, или же КПП, не могу сказать, что было. Вот таких вот было двое, таких стояков или быков. Вот недавно снесли, здесь вот второй был. И направо туда будет заезд, там, где были склады, артиллерийские склады. Мы на территории были, ну, весной или в начале лета. Вон в ту сторону. Там водоем пожарного назначения, противопожарного.
Мы там ходили, искали также останки пионерского лагеря. Увы. Ветерок почему-то поднялся. Я надеюсь, сейчас он закончится. Мы же едем в лес. Да, вот здесь направо, туда как раз к складам. Вот тут дорожка пошла. И, конечно, никаких там складов нет. А водоем есть. Вот так и налево. Водоем. Тут забор был до недавнего времени. Вот сетка валяется. Вот видно, что были столбики. Дорога мощеная. Территория ремонтно-восстановительного батальона. Может, я ошибаюсь в названии. Можем заглянуть. Тут есть возможность. Это здесь выезжают автомобили, когда после просмотра кино. Да, вон написано. Вот потихоньку преображаются объекты на территории. Да, в настоящее время уже повторяюсь, частная собственность. Что-то будет снесено, что-то будет реконструировано. Пока вот такое состояние. Посмотрели. Дальше двигаемся. Мы оттуда едем, там как раз вот комплекс дом офицеров. Налево складам артиллерийским. И дальше туда еще левее, там уже автобат. Автомобильный батальон размещался. Нет, ничего. От него мы Нойхайм. Пытаемся проехать. Если получится, мы посмотрим. Близко от въезда сразу будет фабрика ювелирных украшений или же фабрика бижутерии Габлона. Тоже многие вспоминают. Там же бассейн плавательный был. Вот дорожка пошла вниз, бетонная. Потом дорожка кончится. Насколько я помню, будет обычная дорога. Никто ей тут не пользуется, кроме охотников. Работников заповедника. Территория заповедника. Вот крапива больше моего роста. Закончилась территория Рембата. С левой стороны. Тут какие-то были еще объекты. Слева, справа есть некоторые тут останки фундамента. Слева, справа. Дорога пока еще бетонная. Или же асфальта бетонная. У меня есть возможность, у нас возможность поставить на паузу. Сейчас мы поставим. Остановлюсь. Вот здесь кончается.
асфальта. Вот дорожка пошла дальше. Сейчас на паузу исхитрюционались. Не вижу. Ах, вижу уже. Уже увидел. Потом снова включимся. Проверим. По-моему, с паузы у нас мы сняли. Некоторое время у нас была на паузе камера. Недолго. Тоже асфальт немножко есть, свежий бетон под рунком. Вот с правой стороны я уж не знаю, что здесь было. Может быть, даже и все-таки была территория автобата частично. Вот здесь уже полегло. Там вышка охотничья. Это здесь были еще останки. Вот сюда бетон. Останки зданий тут небольших. Вот еще один тут столб. Видимо, были ворота. Вот. Где-то здесь бетонный там столб, останки столба освещения, видимо, и телеграфы. Не видно, наверное, мы проехали. Паузу сейчас сделаем. Продолжаем движение. Включили камеру. Направо будет дорога. Уходит дорога туда на выход. На дорогу Нойхайм налево, Ютербок направо. А налево вот дорога. Сейчас посмотрим. Вот поворачивает направо, да? Отсюда. Туда в сторону полигона уже там. Небольшой огневой городок. Заброшенный. Очень давно, видимо, заброшен. Заросший такой там. Я еле находил его лет 5 назад. Если не больше. Сейчас уже, наверное, не найдешь его там. Да, туда, к полигону. Прямо вот по этой дорожке. Вот она, одна колея. Это в Нойхайм, куда мы с вами едем, на велосипеде. Вот туда дорожка пошла, это охотники закатывают. Охотники, работники заповедника. Ну, прямо уже Нойхайм будет, я надеюсь. Я давно здесь не ездил. Вот и время тут 11:22. Можно и видать. Тут забор пошел уже. Видимо, эта фабрика уже от города. Да, уже мелькнули там некоторые объекты. Тут шлепнуться. Вот уже некоторые здания этой фабрики Гавлона. Мы же потихоньку еще продвигаемся. Сложно держать камеру. На подъем. Рули, тишина. Что-то еще я рассказываю. С левой стороны уже фабрика. В настоящее время очень мало сотрудников, там человек 5-6, я читал в интернете. Что-то там с металлом связано, занимаются. Никаких, естественно, украшений они не делают, ни бижутерии. Обычное предприятие.
Но территория сохранилась. Вон там она, мы уже видим. И по тропинке мы потихонечку выезжаем на, по-моему, там будет остановка автобусная. Довольно большая остановка. Видно, что людей привозили на работу. И также, видимо, с работы. Да, вот здесь же остановище, значит, тут точно шлепнемся. И это обошлось. Вот остановка автобуса. Фонари для освещения. Вот видно, что посадочные места. Слева, справа. А вот левее там сверкает. Это и есть габлон. Тут, видимо, был заезд давно. Сейчас его нет. Там забор стоит. И все. Все у них. Но нам туда и не надо. Участники группы вспоминают. Военнослужащие, школьники. Бывали здесь. На экскурсии по своей инициативе. О, чуть не проехал. А там дорога на выход, на дорогу на основную. Вот тут мостик проехали. Вот он. Территория частная собственность. Мостик, конечно, был, хотя далекие уже времена. И вот впереди габлона с левой стороны. Попробуем вдоль нее проехать. Станция, или трансформатор большая. Сюда в центр Нойхайм. Да, плавно. Дальше направо будет плавательный бассейн. Тоже вспоминают. Вот и баллоны. Справа будет плавательный бассейн. Если уже мы не... Нет, не приехали. Как бы нам увидать его? Это ограждение.
Поехали, развернемся. Тут что-то уже делается. Объекты какие-то. Да, я уже увидел бассейн. Как попасть к нему? Вот он там. Попробуем заглянуть. Ну, поскольку частная собственность территория, поэтому такие вот препоны. Вот он бассейн. Мы тут бывали ранее, лет 5 назад. Фотографии у нас 100% есть. Вот видео не помню, наверное, не делаюсь. Вот и все. Нойхам. Нойхам мы заехали со стороны Ютербок. Смотрели Габулона. Еще немножко проверим. Нет доступа. Ну, раз нет, то мы не хотели. Это мы все ездим с вами уже на Нойхайм. Надеюсь, будет узнаваемо. Ну и завершаем наше видео. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. Августа 2020 года. Нойхайм.